Расширяя географию сотрудничества, новосибирские экспортеры выйдут на новый уровень. 1900 компаний региона поставляют свою продукцию за рубеж. Из них 1485 представители малого и среднего бизнеса. В этом году пройдет 5-я международная конференция «Экспорт в страны Евразийского экономического союза», где компании смогут расширить охват и установить долгосрочные отношения с соседними странами. Примерно чуть больше года назад большая часть экспортного потенциала страны была нацелена в страны Европы, Юго-Восточной Азии, но ситуация поменялась. На порядок мы меньше экспортировали в страны евразийского экономического союза. Но еще раз повторюсь, сейчас ситуация поменялась и благоприятная среда для того, чтобы, ну, во-первых, найти новых партнеров, во-вторых, занять определенные ниши, да, которые в той или иной мере в этих странах не заняты. Международная конференция пройдет с 29 по 30 июня. Впервые в мероприятии примут участие члены Евразийской экономической комиссии. Представители региона обсудят со специалистами актуальные вопросы госзакупок и общие правила конкуренции. Также пройдут и индивидуальные консультации для бизнеса по проблемным вопросам и содействию их решению. Новосибирск удостоился честью проводить международную конференцию у нас. Мы решили, что мы пригласим в том числе и международные делегации. Соответственно, это те делегаты, которые приедут, тот бизнес, который будет заинтересован в сотрудничестве с нашими экспортерами из Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.